Всем привет! В этом видео покажем, как избавиться от необходимости запоминать пароли учетных записей на смартфоне. Если ваше устройство поддерживает Android версии 7.0 и выше и оснащено биометрическим датчиком, вы можете использовать службу Samsung Pass, которая позволяет войти в учетные записи в приложении «Интернет для Samsung» и других приложениях, используя биометрические данные вместо имени пользователя и пароля. Для работы службы вам необходимо создать учетную запись Samsung или ввести данные, существующие в настройках, в разделе «Облако» и «Учетные записи». В этом же меню поставьте галочку напротив пункта «Зарегистрировать Samsung Pass». Если учетная запись Samsung уже настроена на вашем смартфоне, тогда зайдите в меню экрана блокировки и защиты и запустите настройку Samsung Pass. Зарегистрируйте на смартфоне набор биометрических данных, радужки или отпечаток пальцев и продолжите настройку Samsung Pass. Следуйте простой инструкции настройки и использования службы. Подтвердите пароль учетной записи Samsung и выполните вход, используя зарегистрированные биометрические данные. Как это работает? Запустите приложение «Интернет для Samsung» и перейдите на любой веб-сайт. При входе на веб-сайт появится окно с предложением войти с помощью Samsung Pass. Если вы отметите этот пункт, имя пользователя и пароль для входа на веб-сайт будут привязаны к вашим биометрическим данным. При следующем посещении сайта вы сможете войти с помощью биометрических данных. Имя пользователя и пароль не потребуется. При работе с некоторыми приложениями, которым требуется проверка с помощью пароля, Samsung Pass также можно использовать для входа. Служба вам сама подскажет, с какими приложениями это возможно. Если при вводе данных появится всплывающее окно, войти с помощью Samsung Pass. С приложениями Samsung Pass работает только на конкретном устройстве. Если у вас есть необходимость выходить из аккаунта в самом приложении на данном смартфоне, Samsung Pass вам пригодится. Если вы изменили пароль для входа на одном из сайтов не на смартфоне, вам необходимо внести изменения в Samsung Pass. Для этого откройте меню Samsung Pass, данные для входа на веб-сайты, выберите необходимый веб-сайт и измените данные вручную. Если вы меняете пароль для сайтов, используя смартфон, Samsung Pass автоматически предлагает обновить пароль. Для устройств, поддерживающих версию Android ниже 7.0 и без биометрических датчиков, есть другое решение. Одна из функций Smart Lock, которая запоминает и синхронизирует пароли между устройствами. В настройках добавьте данные учетной записи Google или создайте, если ее у вас нет. Зайдите в настройки Google Smart Lock для паролей. Включите опцию. Вы можете в любое время отключить или снова включить ее. Здесь же добавьте приложение, для которых хотите запретить сохранение паролей. Автоматически выполняется вход на сайты и в приложения на всех устройствах, связанных с аккаунтом Google. В настройках Chrome отметьте галочкой пункт «Сохранить пароли». Тогда каждый раз, когда вы входите в систему на каком-либо сайте, Chrome предлагает сохранить введенный пароль. Если при этом вы вошли в аккаунт Chrome, вы сможете воспользоваться сохраненными паролями на любом устройстве. При входе на сайты или в приложение Smart Lock будет запрашивать сохранение паролей. Примите или откажитесь от сохранения пароля для конкретного аккаунта. Чтобы удалить сохраненные пароли, в настройках Google выберите пункт «Сохраненные пароли» и откройте аккаунт Google в браузере. В этом же разделе вы можете просмотреть список сайтов, пароли для которых не сохраняются, и откорректировать его, если это необходимо. Оставляйте ваши комментарии под этим видео, подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда знать больше.